Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня обзорчик утренний рынка. Ну, как обычно, угадайка. Начнем с английского сервера. Сегодня у нас четверг. Битва гильдий. И смотрю, дофигища продают. Нифига себе, посмотрите. 100, 100, 100 и 10 лисички. Ну, правда, здесь просто так собрать за десятку, за 20, 30 даже, ну, сложновато будет. Но кому как повезет, но опять же, за десятку сразу же по половинке 4 героев. В принципе, неплохо, я считаю. Очень даже неплохой пак, как видите. Просто мега скидки. Так, что тут у нас пыльца? Тут у нас коса, лис. Обычный пак. 4000 уже. Печенек продают. Это за сотку. Ну, в принципе, относительно неплохо. По рынку поехали, посмотрим. Что у нас тут? Вот лис. Ну, я говорю, скидки просто мега. Коса, лис и божество. Так, пиратик у нас. Пиратик, по-моему, не поменялся. Такой же. Да, пират такой же у нас. Островок. А я не посмотрел, сколько осколков выпало. Билдпак. Да, ничего здесь тоже не меняли. Солнце. Мешки. Вот начали наконец-то давать расходники. Кстати, нужная будет вещь, надо будет забрать. Докачать суперпатов до максималки. По 600. Тоже, в принципе, неплохо. Либо с эти... Да, увеличили в 4 раза практически. Плюхи поменяли здесь. Пыльца. Тоже 600 пыльцы. Как вариант. Почему бы и нет. Тут получается половинка только максимум. Ну, я считаю, тоже даже очень даже ничего. Так получается 120 сменок, и реально можно наролить многим героям по два созвездия одинаковые. Nemans Pax, Tower Gifts, Smash and Win. Да, больше ничего такого сегодня интересного нет. А, нет, здесь есть еще Thunder. Ну, в принципе, неплохо. Поехали на другие серваки. Посмотрим, что у нас на немочке интересного есть. Давно, кстати, обожания уже не было. Очень давно. Это должны запустить, по идее. Кузницу Лепрекона. Я думаю, ближе к 14 февраля будет что-то интересное. Такс. Накопление за донат. Здесь в 10 поменяются акции, карточки. Паки. Так, что у нас тут? Что у нас сегодня за 11 день? Зефирика, две сумочки. Нормально так пойдет. Посмотрите на вот эти вот плюхи. Вообще огонь. Две сумки зефира первых. Ну, хоть и первая, зато это плюс. Так, что это у нас такое? Сундучки. Тут тоже пираты открыли. Ладный пират, вот скин на повелителя бури дают. Вообще отлично. Так, островок. Блин, ну здесь остров, конечно, крутой. Конечно, дофигища плюх разных. Ну вот сундуки 40-40, не один, как на других серваках. Хоть и плюх много, зато они кайфовые. Герои есть. Но
Это немка. Что тут говорить? Немка, как обычно, на высоте. Так, поехали. Тайвань чекнем. Так, где там наша вчерашняя угадайка? Такс. Что у нас по Тайване? Ну, Тайвань. Как обычно, за роллинги можно получить нормально плюх, карточки. Ну, Огника здесь и Зефира собрать, я уже рассказывал вчера. Не вчера, позавчера, по-моему, как здесь можно собрать Зефира по 5000 самоцветов без проблем. Вот то, о чем я говорил здесь. Запустили календарь. На других серваках пока нет. Может, на русском есть, сейчас глянем. Так, отлично. Поехали на русский сервер. Так, пакет, базар, разбей, снеговик. Короче, все донатные. Ничего для бездонов сегодня такого нету. Так, хрусталочка. Тоже довольно-таки неплохая за полпака. Можно собрать Мэри Барда. Карточки, расходники. Парящий. Обери сам. Тут сумки со скинами по 100 уже продают. Когда уже на английский завезут. Ну, вот эти расходники. Тоже. Ну, супер потом можно докачать. О, божество добавили. Нифига себе, вот так вот. Тоже круто. 48 штук. В принципе. Тоже относительно неплохо. Что по рынку? Зефир, Фрея, накопление со скинами. Ну, как обычно, скины в первую очередь на русском сервере продают. В принципе, это правильно. Так, что, рулим на сардельке? В принципе, какая разница, лень уже перебегать с аккаунта на аккаунт. Единственное, немножко не то перетащил сардельку обратно. Так. Комментарий я уже вытащил. Так, отлично. Щит. Называется, блин, нормас, как раз впритык, как обычно. Так, ну поехали, посмотрим, какая удача сегодня на сардельке. Чик, ледяха, циклоп и кристаллический эктоплазм. Окей, смотрим циклопа. Так, циклоп, синяя слизь, палач. Артемка был очень рядом. Очень рядом. Так, ледяной. Сильный дьявол, синий слизь, оборотень. Ну, почти. Ледяной дьявол, синий эктоплазм, палач.
Ну, тоже очень рядом. Неслись оборотень. Неслись ледяной дьявол, оборотень. Синий слизь, ледяной дьявол, оборотень. Ну, чуваки, вы что-то прям как сговорились все. Все дальше пошло там. Ну, практически, видите, сегодня циклоп. Но, блин, очень рядом. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.